Манеж Футбол Арена Енисей приветствует всех любителей MLB первой лиги. И мы начинаем следить за матчами шестого тура нашего первенства. И сегодня в нашей программе матч между Енисеем и Шинником. Красноярск против Ярославля вот в этой уютной арене. Атака Шинника очень опасна. И не дают пробить Грузнову. Второй темп. Спасение. Третий темп. И как здесь отбивается сейчас Шинник. Еще и положение вне игры в итоге зафиксировано. Отбыл дисквалификацию. Вернулся Махачкале. Ох, какой еще шанс сейчас. Так, а здесь у нас пенальти. На точку указывает Анастасия Пустовойтова. Кстати, про пенальти, да, чуть позже. Удар, и Грузнов забивает. 0-1, Шинник выходит вперед в сегодняшнем матче. Тянули опять-таки большие силы на левый фланг и подключили правый футболист Енисея. Атака продолжается, Арустамян. И 1-1, гол становится, не был заметен Илья Молчанинов. Весь первый тайм абсолютно, но своего эпизода дождался вот этой как раз-таки перевода с левого фланга на правый, проникающую передачу в штрафную площадь и очень приличная атмосфера. Угловой, Енисей, счет становится 2-1. Херман Феррейра забивает свой гол после подачи Ломакина с углового. Как вот? Прямо импровизирует при стандартах. Еще один удар. Вот здесь Вамбольд уже в час и заперли. Ну и замена Вадима Евсеева. Ой-ой-ой, момент какой. Ой-ой-ой, момент-то какой. Положение вне игры. Передали в итоге и звучит. Так, ну и у нас, да, финальный свисток, который возвещает о победе Енисея над Шинником в матче шестого тура MLB первой лиги.